Итак, песня играется в дроп си или в дроп до. Это значит, мы понижаем шестую струну на 4 полутона или на 2 тона вниз. И пятую, четвертую, третью, вторую и первую мы опускаем на тон вниз, либо на 2 полутона, если вы меряете полутонами. Настроили гитару и переходим к интро. Интро звучит вот так, здесь играется 2 раза. Следующий кусок. Используется здесь и вообще на протяжении всей песни одни пауэр-аккорды, то есть квинт-аккорды. Если аккорд будет от шестой струны, то это у нас будет просто один палец на 3 струны. Шестая, четвертая и третья струна зажата одним пальцем, как бара. То есть квинта от 5-го лада вот так, третьего, открытая просто 3 струны. Вот. И поэтому для простоты я буду говорить просто 5-й лад, 4-й, 3-й, если это на 6-м ладу. Идет, начинается основной риф вот так. Начинается с 2-го лада, квинта от 2-го лада. 2 удара. Вниз, вверх. Потом открыто. И снова 2-й лад. Здесь потом идет 5-й лад. Его можно делать мизинцем. Мне так удобнее, можете делать третьим пальцем, если вы дотягиваетесь. Или потом идет после 5-го лада снова 2-й. Снова 5-й. Слайдом переезжаем к 7-му ладу. Тоже 2 удара. И после 2 ударов на 7-м идет такой переход. Пятый, седьмой, восьмой, седьмой, пятый и снова 7-й. Все, это первая часть. Звучит так. Дальше идет. Также начинается. Так же, как и первая часть. Только здесь уже не 2 раза будет, а 3. И после 3 ударов на 7-м ладу идет открытый аккорд. То есть открытая шестая, открытая пятая и открытая четвертая. Сделали аккорд ударом вверх и заглушили левой либо правой. И после заглушенного открытого идет снова 2 раза открытый. Третий удар будет на 5-м ладу, ударом вверх, на 6-й струне. То есть квинта от 6-й струны на 5-м ладу. Соединяем эти две части, и должно получиться следующее. Все, дальше повторяем все то же самое, это и будет интро. Все, здесь переходим в первый куплет. Начинается он со 2-го лада на 6-й струне, квинта от 2-го лада на 6-й, то есть... Идет 2 удара на этом аккорде, 2 удара и заглушаем. Потом 1 и 2. То есть 2, 1, 2.
потом 3. И потом ударом вверх идет открытый power chord. Шестая, пятая, четвертая струна открытая ударом вверх. И заканчиваем эту часть, идет пятый, седьмой. И снова возвращаем. Только здесь 3 удара, вместо 2, как было в первой части. То же самое. И снова удар вверх, только уже 5-й лад. Сделали 3 удара. Переехали к 12-му ладу на 6-й струне и вибрато в конце. То есть первая часть в куплете заканчивается здесь, а вторая часть будет. Вот соединяем это все вместе, и куплет должен звучать вот так. Все, и вступаем опять в риф, который был на интро, то есть все то же самое там играется, это будет припев, то есть. То есть припев первый звучит точно так же, как, собственно, интро, тоже 2 раза повторяется вот это. Дальше вступает второй куплет, точно так же, как и первый играется. И снова опять вступаем в основной риф, это и будет второй припев. Так же, как звучит, так же, как интро и как и первый припев. Дальше идет бридж. Он звучит примерно как, начинается так же, как куплет. Тоже 2 удара на 2-м ладу на 6-й струне. Только здесь идет вот так. Начинается он так же примерно как и куплет первый, тоже на 2-м ладу, 2 удара, только здесь идет вот так. То есть добавляется между вот этой паузой, которая там была, в паузу здесь идет аккорд на 5-й струне от 5-го лада, обычный power аккорд, то есть указательный палец на 5-м ладу на 5-й струне, 3-й палец на 7-м ладу на 4-й и на 7-м ладу на 3-й струне идет мизинец. То есть формула такая обычная, обычный power аккорд. Идет то же самое все ритмически, только добавляем в паузу 3 удара на вот этом аккорде от 5-го лада на 5-й струне. У нас ре. Идет. Три раза так делаем, вставляем в паузу этот аккорд и заканчиваем так же, как во второй части куплетов. Удар вверх, 5-й лад, квинту от 5-го лада. И открытый. То есть медленно, если сделать, то должно получиться следующее. И главное не останавливать руку, она постоянно двигается здесь. Так звучит первая часть бриджа. И еще один момент здесь, чтобы лишнего шума не было, мы ударили, когда этот аккорд, и все глушим. Глушим и левой рукой, и кладем правую на
бридж и просто двигаем по, стараемся не задевать струны, если задеваем, то будет просто ляск, это ничего, так можно. Таким способом играем первую часть бриджа, потом идет пауза. В момент там играется немного на также опять на втором ладу, просто вот так. Глушенный удар на квинтет второго лада на шестой струне. Просто кладем ладонь на бридж и делаем palm mute. Там такое нарастание идет перед вступлением в последний риф. Вот несколько раз это играется. И вступает концовка. Основной риф опять. Такой же, как в интро, такой же, как и в первом и во втором припеве. То есть сделали глаза. И пошел опять этот основной риф. Он повторяется 4 раза, и потом идет концовка, звучит она по ритму так же, как и куплеты все, но идет аккорды немного другие. Здесь идет, начинается с 12-го, со второго лада на шестой струне первые два этих удара, а продолжение потом идет. Уже продолжение будет на 12-м ладу, то есть также опять два здесь, потом один-два здесь, три удара и последний удар на 12-м ладу, удар, четыре удара на нем же снова, и с последним ударом уезжаем на второй лад. И опять три удара на втором ладу. То есть концовка должна звучать вот так. Соединяем теперь последний риф, который переходит в вот эту концовку. Вот так заканчивается вся песня.